Как законсервировать чеснок на зиму вкусно и просто. Добавить комментарий. Ваш комментарий. Популярные разделы. Цветы розы. Актуальные. Осенью популярные статьи. Поиск по сайту. Найти пользу чеснока в холодную зиму. Употребление пищи чеснока осенью, зимой и весной особенно актуально, так как организм подвергается инфекциям и простудам, а жгучий овощ помогает справляться с микроорганизмами, оказывая антибактериальные и противовирусные эффекты. В зимнее время люди чаще, чем обычно, едят тяжелую пищу, а луковая культура помогает желудку ее переварить и вывести из организма вредный холестерин. Жгучие растения обладают рядом полезных веществ, которые содержатся не только в чесночных дольках, но и в стеблях. Поэтому различают множество рецептов для консервирования чеснока в домашних условиях не только в виде зубчиков, но и стрелок. В маринованном виде овощ по вкусу становится менее горьким, смело добавляйте его в салаты и холодные блюда. Такой продукт сам по себе считается прекрасной закуской. Однако при всех перечисленных полезных качествах растение способно нанести вред, в некоторых случаях вызывает аллергическую реакцию. Не стоит употреблять в пищу острые зубчики тем, кто страдает лишним весом или пытается похудеть. Чеснок стимулирует аппетит, поэтому после его употребления желание поесть усиливается. Противопоказан тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы, гастритами. Науке известны случаи, когда жгучий овощ становился причиной рассеянности, быстрой утомляемости и головных болей. Встречается такая реакция крайне редко. Основные правила консервации. Консервирует чеснок различными способами, целыми головками, зубчиками или стрелками в отдельности. Что касается вариантов приготовления, то их тоже много: маринование, закваска, засолка. Если к луковому продукту добавить зелень при консервации, получится натуральная приправа для любого блюда. Однако вне зависимости от способа консервации требуется соблюдать следующие правила: выбирать свежие и неповрежденные дольки. Иначе блюдо станет непригодным к употреблению из-за потери вкусовых качеств. Не использовать посуду из меди, так как органические соединения, флавины, содержащиеся в чесночной культуре, вступают в реакцию с медью под воздействием высоких температур продукт. Приобретает синий оттенок. Убедиться в герметичности крышки. При неплотном смыкании в емкости образуются бактерии. Стерилизовать банки непосредственно перед использованием. Способы консервации чеснока. Маринование – вариант вкусной и полезной закуски для тех, кто не может съедать овощи в сыром виде. Среди способов консервации насчитывается немало интересных вариаций, которые просты в приготовлении и не занимают много времени. Чеснок в растительном масле на зиму – отличный способ сохранить продукт, приготовить его в масле. Такой вариант приготовления сохраняет полезные свойства луковой культуры, а само масло становится вкусным и ароматным. Заготовку делают с оливковым или подсолнечным маслом. Специи добавляют по вкусу. Список ингредиентов. Чеснок 670 грамм. Душистый перец горошком 6 шате. Черный перец горошком 20 шате. Куркума 1 час. Л. Зерна горчицы 2 часа. Л. Гвоздика 2 бутона. Растительное масло 500-600 мл. Лимонный чабрец 2-3 веточки по желанию. Представленные ингредиенты рассчитаны на объем 2 полулитровых банок. Этапы приготовления. Чеснок очистить, промыть под проточной водой, положить на дуршлаг. На дно чистых баночек насыпать специи, распределяя их поровну на две банки. Затем положить очищенные зубчики чеснока, между зубчиками по желанию выложить небольшие веточки лимонного чабреца. Вместо чабреца можно взять веточки розмарина или использовать сухие прованские травы по 1 чайной ложке на одну баночку. Залить банки с чесноком подсолнечным или оливковым маслом. Масло должно полностью покрывать чеснок. Закрыть каждую банку крышечкой. Если баночку с заготовкой потрясти, то специи разойдутся по маслу, и оно приобретет желтоватый оттенок. Чеснок, маринованный, со свеклой, розовый. Этот вкусный яркий чеснок украсит собой любое застолье. Он получается слегка острым, ароматным, нежно-розовым, при этом само приготовление занимает не более 30 минут. Нюанс такого рецепта – процесс стерилизации, который проходит в духовке. Ингредиенты для приготовления маринованного чеснока: 500 грамм чеснока – 1 час. Лист сахара – 1 час л. Соли – 1 стакан л. Винного уксуса – 50 грамм свеклы. Этапы приготовления – очистите свеклу от кожицы и нашинкуйте с помощью овощной терки.
Залейте водой, тщательно размешайте массу. Процедите свеклу через сито, затем вылейте свекольную воду в сотейник и поставьте на плиту. Чеснок извлеките из шелухи, положите его в глубокую чашу и залейте крутым кипятком. Оставьте на 2-3 минуты. Уложите дольки в стеклянную емкость, добавьте сахар и соль. Влейте тару винный уксус. Залейте овощ кипящим свекольным маринадом. Накройте тару крышками и начинайте процесс стерилизации, отправьте их в духовку 120 градусов, оставьте на 22-25 минут. Тщательно закупорьте банки крышками, переверните и накройте плотной тканью. Через 10-12 дней можете наслаждаться аппетитным маринованным чесночком. Чесночные стрелки на зиму. Есть множество вариантов, как заготовить стрелки чеснока на зиму. Главное правило для такой заготовки – вовремя собрать урожай. Необходимые ингредиенты – чесночные стрелки 0,5 кг, вода фильтрованная 250 мл, соль 1 ст. Л. Сахар 1 стакан Л. Уксус 1 стакан Л. 9% перец черный, немолотый, лавровый лист. Алгоритм действий – отрезать кончики у стрелок и нарезать кусочками, чтобы длина их равнялась примерно 2-3 см. Уложить стрелки в кастрюлю или емкость, которую можно ставить на огонь. Залить кипятком, отправить на огонь, после закипания выдержать несколько минут. Небольшие стеклянные баночки выдержать над паром для стерилизации. Уложить на дно ароматные приправы, лавровый лист 1-2 штуки и перец горошком. На них выложить стрелки, с которых предварительно слить воду. Вскипятить стакан воды, добавить сахар, размешать. Затем добавить соль, размешать до растворения. Горячим маринадом залить уложенные в банку стрелки. Уксус вылить фактически под крышку. Прикрыть крышкой, но не закатывать. Поставить в кастрюлю с заранее подогретой водой. Довести до кипения. Стерилизовать от 5 до 7 минут. Закупорить. Соленый чеснок. Этот метод отличается простотой приготовления и минимальным набором компонентов. Ингредиенты. Чеснок 100 грамм, соль 30 грамм. Разрешается дозу увеличить. Этапы приготовления. Головки чеснока разобрать на зубки, удалить кожицу. Подготовленный продукт взвесить для определения необходимого количества соли, порезать на кусочки. Чесночные кубики перемешать солью, разложить в чистые баночки небольшого объема. При этом укладывать рекомендуется как можно плотнее. Верх покрыть тоненьким соляным слоем. Банки плотно закрыть, хранить в прохладном месте. Консервированным продуктом дополняет любое блюдо, даже если нужно просто придать пище соленый вкус. Маринованный чеснок. По-корейски рецепт приготовления маринованного чеснока по-корейски просто и отлично подходит в качестве закуски к любым горячим блюдам. Ингредиенты. 1 кг неочищенных зубков чеснока, 1 чашка 9% уксуса, 200-250 мл, 4 чашки соевого соуса, 800 тысяч мл, горький перец 1 шате. При желании, 4 луковицы или пряности по вкусу для ароматизации заливки. Алгоритм действий – тщательно промыть неочищенные головки чеснока. Разделить на зубчики, не очищая, дать немного просохнуть. Переложить чеснок в стеклянную банку и залить уксусом с добавлением небольшого количества воды. Банку закрыть крышкой и оставить в темном прохладном месте на неделю. По истечении 7 дней достать. Перелить соевый соус в кастрюлю и прокипятить его 10 минут на медленном огне. Когда остынет, разлить по стеклянным банкам так, чтобы он занимал 1/3 часть объема, и переложить в эти банки чеснок. Закатать банки крышками и убрать в холодное место. Такая отличная пикантная закуска хорошо подходит, например, к горячему картофелю и, возможно, даже составит конкуренцию маринованным огурцам. Чеснок, консервированный с брусникой. Брусника – не менее полезный продукт, чем чеснок. В своем составе ягода содержит много полезных витаминов, минералов, провитаминов, органических кислот и эфирных масел. Красные плоды наделены мочегонным, желчегонным, иммуномодулирующим, антисклеротическим и дезинфицирующим действием. Кроме того, брусника – мощный антиоксидант. Рецепт приготовления этой заготовки на зиму довольно прост. Вам понадобится 2 кг молодого чеснока, 0,5 кг ягод брусники, литр чистой некипяченой воды, 2,5 ст. Лист соли, полстакана яблочного уксуса. Приготовление. Чеснок почистить, зубчики помыть и выложить на полотенце, чтобы они обсохли. Ягоды брусники перебрать, откинуть веточки и листочки, помыть и тоже обсушить на полотенце.
Банки хорошо промыть и стерилизовать на водяной бане либо в аэрогриле в течение 15 минут. В стерилизованные банки засыпать чеснок и бруснику. Приготовить маринад, в воде растворить соль, залить этот раствор в чистую кастрюлю, затем остудить и добавить уксус. В банке с чесноком и брусникой залить остывший маринад, плотно закрыть крышкой. Хранить продукт не более 1 года в темном и прохладном месте, холодильнике, подполье, чулане. Заготовка будет прекрасной закуской к столу. Кроме того, это мощное профилактическое средство в период эпидемии простудных заболеваний. Заключение: заготовки с чесноком на зиму – популярная закуска, которую легко приготовить в домашних условиях, поскольку требующиеся ингредиенты имеются в любом супермаркете или обычном продуктовом магазине у дома. Маринованный овощ за счет своего пикантного вкуса отлично дополняет многие блюда из мяса, птицы или рыбы. В кулинарии немало рецептов приготовления луковой культуры в зимнее время, однако чтобы получившееся блюдо из жгучего овоща было не только вкусным, но и полезным, требуется соблюдать все условия консервации. Watch this video on YouTube.